13 марта. И у нас сигнализация работает, пожарная, понимаете? И вот приехала пожарная машина. Обязательно по законам, по правилам, короче, все должны обязательно выходить. Я даже забыла вам все выйти. Но у нас народ, честно говоря, здесь не очень такой верит. Но если бы дым был, то, может быть, бы поверили. Ну так, видите, сколько вышло. Сейчас вот начало 10-го, 9:30 где-то. После йоги, господи, я такая уставшая, вся мокрая, потная, вернее. Надо сейчас приготовить еду на работу. А тут, понимаете ли, у нас пожарка. Видите, сколько пожарных приехало? Посмотрите. Видите? Видите? Вот. Вот еще едет. Я вам со стороны уже буду показывать. Вам не только же вам показывать Нью-Йорк утренний. Вот я вам показываю еще и вечерний Нью-Джерси. В том случае, когда у нас бывает пожар. Я не знаю, когда звонили, но мы с Лешей пришли, вот стоим, я не знаю, минут 5. Вот, мы не понимаем. Где-то что сигнализация сработала во всем билдинге. Вот в чем дело. Понимаете? Мы не знаем где. Запаха никакого нет. У нас иногда бывает вот так пищит вот так именно в нашей квартире, когда я что-то пожарю чересчур пережарю что-то, и у меня вот так вот в комнате может гореть. А тут вообще сигнализация во всем доме у нас, понимаете? И здесь менеджер сразу как бы начал проверять лондри, все. И смотрите, пожарники. Вот они сразу идут. Короче, оснащение у них, конечно, здесь такое. И вот пока они все не проверят, нас никуда не запустят. При том, что нет ни дыма, ни запаха, ничего. Просто сработала сигнализация. Вот и все. Ну вот люди там на балконе стоят, им вообще пофигу, понимаете? Они на третьем этаже, они спрыгнут, что называется. Какие-то странные люди, я не знаю. Те, кто здесь работает пожарными, вы что? У них зарплаты такие, у них вообще все зашибись. И у них очень бенефиты неплохие. То есть у них иншуранс, у них много. Ну, конечно, работа, вы сами понимаете, да, и гибнут здесь, конечно, при пожаре. Всякое бывает. Бывают и легкие какие-то пожары, бывают серьезные. Поэтому я даже знаю, у нас, по-моему, мне рассказывали. Один, ну, пара была, да, муж с женой, муж погиб при пожаре, и у нее там столько, ну, она очень обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Но я понимаю, это не слишком приятное, хорошее сравнение, это нельзя так, этому, как бы, знаете, как равняться поэтому. Но это для сравнения, чтобы четко понимали, вот, зарплаты здесь, конечно, пожарников очень неплохие и всякие плюсы, начиная со страховок медицинских и с того, что обеспечивается семья, если что-то случается, скормиться полностью на всю оставшуюся жизнь. То есть она получает его зарплату, и довольно-таки там. Машины приехало огромных, 4-5 перекрыли дорогу. Ого, можете представить, 5 машин и маленькие там машина еще какая-то такая. 5 машин. Ну, у нас здесь все рядышком. Ну вот они уже все повыходили, видимо, все нормально. У них, наверное, есть специальные приборы, они там все это проверили, и мы, наверное, спокойно можем заходить. Я так думаю. Сейчас я немножко помолчу. Такие красивые у нас пожарники выходят. Прямо. Люба, дорого посмотреть. А? Один краше другого. Рыженький. Наверное. Ашиму, Тагаму. Проверяют все. Леша, ты представляешь, как это у нас получается? Нельзя совсем менеджеру уходить из дому. Если он с женой идет за продуктами, например. Как? Кого-то? Теоретически он должен кого-то оставлять.
кого-то оставлять там. Позвонил Федя, я ушел за продуктами, сейчас ты менеджер. Он же уезжал в отпуск, они написали, что это какой-то такой-то да. На звонке. Ну да. Все, заходим. Можно? Все не выйдут все. Каждый подходит к счетчику и что? Сканирует глаз. Господи, когда это они успели так выстроиться все? Когда они успели все так позаходить? Я даже не видела, что столько зашли, что их столько выходят. Зашло меньше, чем выходят. Домой. У нас ничего не пахнет. Сказали соседи над нами там. У нас все нормально. Я только прибежала с работы и сразу переоделась, мы пошли на йогу. Поэтому у нас все тут выключено. Лёш, ты опять ставишь ключи? Ты хочешь опять без ключей? Да. Я по пятнице без ключей остаюсь. Делаю видео. Все. Я буду заканчивать видео. Всем вам привет и всем вам сразу же и пока. Ну, какая я зачуханная. Видите, после йоги 10 ночи. Вот так вот. Вот у нас почта разложена. Бардачок у нас, видите, какой. Что это, Лёш? Стира? Да. Стирка? Вот так. 10 ночи, я вам еще не показывала нашу квартиру. Какие мы все такие вечерненькие, домашненькие. Я сейчас вам... Где-то там Лёша кидает. Видите, как совсем не видно, кидает там стирку. Я сейчас вам покажу, какая у нас сумка есть. Я еще не показывала. Я сейчас зайду в самое сокровенное. Это спальня. Я включу свет. Но показывать вам буду вот такую сумочку. Видите, какая? Огромная такая. Господи, здесь у нас такой свет. Знаете, как для зачем в спальне яркий свет? Вот. Вот такая сумочка. Она очень классная для того, чтобы вложить туда грязные вещи. И мы идем в лондри. Вот так вот. Ну, окей. Все. Буду заканчивать. То надо готовить, купаться и отдыхать и спать.